евро не дав даже. Ужас. А що тобі не нравиться? Ужас, гля. Ось за це я б, оцей 200 я б за цю картину віддав. Ну, за оцей, звіні, мені 100 євро віддать, це розвод на лоха називається. Це взагалі. Це нана, мазали, копія на, мани. Мазали срали називається. Ти, диви, ти що, то, ні... Хорошо, за що, Самир, ізвіні, за що тут 100 євро? За що? За полотно і три дошки? За що тут 100 євро? От трезвий ум твій, за що? За полотно і три дошки? За що тут 100 євро? Тебе розвели як лоха. Це я розумію, рамка, картина. Дерево, которое ценное, красное дерево, хоть я и не такой аж ценитель, и я не понимаю в этом. Но це, тут хочется взять и на голову и надеть. 100 евро, я за 100 евро тебе куплю такую картину, глянь, тут еще написано 280 евро. Це вообще, три дошки полотной краски и... Це що, де твої очі були, Семен? Тобі... Ну ти дивись, смотри, як вона смотриться, ти отойди. Бось! Ти отойди. Смотри, даже на дивані старинном сидит женщина в нижнем белье. Это позировала герцогиня, любовница того времени какого-то герцога. Позировала Мане. Кто это делал в эту картину? Кто? Женщина из Питера, художница. Где написано? Не знаю, где написано. А, ну дивись. Це так казала. Факты. Женщина из Питера, я могу даже все продать тебе картину и сказать, Вася из Питера делал. Подписи никакой нету. Четыре доски несчастные, которые стоят 3 рубля одна дошка. Полотно самое дешевое. И написано красками, не покрыто сверху никаким лаком. Лаком покрыто, блестит. Она... Нет, каким лаком, слушай, Самел, дивись, лаком оце покрыто. Это лаком защитным вообще не покрыто. Это, она уже воршится, вот. Подожди, что ты делаешь? Боже, что, я не хочу даже сказать, бо мне понаписано. Ты посмотри, ты посмотри, она на диване, вот диван, смотри. На диване сидит мужик, который будет в ней... Я за это говно... Ты видишь мужика там на картине? Я рубль за это говно. Ты мужика видишь Конечно, на картине? Конечно, вон он лежит. Он сидит, а не лежит. Ужас. 100 евро, я в шоке, за 4 досточки. Мне очень нравится, не знаю, она издалека смотрится. Это импрессионизм. Это вообще мадринова. 100 евро... Это импрессионизм, Мане. Гривни видать за кусок полотна и 3 досточки. Это же все. Крайняя степень. У меня нет слов, чтобы выразить. А люди тебе куда писают? Ужас! Стой, ты сказал людям, что это 100 евро стоит? Ну да. Как люди отреагировали? Не знаю. Ужас! Ну ладно, там 5, 10 евро, 100 евро, за что? Причем тут 5 евро? За 3 дошечки. Ну это полотно. Труд, який нарисовать, Мане. Кто тебе сказал, что это нарисовала эта женщина? Кто? Продавщица, она показала ее сайт, она сказала, что? Она в Питере, у нее ее купила, да. Эту картину. Может, она брехала? Знаешь, она могла на мусор... Хочешь твою правду скажу? Такие картины Виталий на мусорке можно найти. Она могла найти на мусорке эту картину и сказать, что это тебе написал Микеланджело эту картину. Ты тоже, ну я не то, что... Я не критикую, я не ору. Я не то, що возмущаюсь, ну блін, та візьмите її, переверни. 4 доски. А що? Ну і що? Головне, це холст, доски ти можеш поміняти, натягнути на будь-які доски. Хорошо, откуда ти знаєш, що це вона нарисувала? Вона сказала, я можу знати, написати, вона питерська художниця. От хто пам'ятає, тут це вона називала як-то. От напишіть. Напишіть. Займіться полезним. Напишіть женщині, спросіть. Вона писала цю картину. Що це бред? 100 євро віддати за 3 досточки і полотно. Ну так, а на полотні що? На полотні мазанина називається, там даже чорка. Це імпресіонізм. Вообще чокнуться, 100 євро за 3 досточки. Ти попробуй так нарисувати, передати ігриві очі, її осанку, як вона вигнулась, вона в нижньому пілі, як у нього ігриво стоять ножки, туфельки приподняти, як він стоїть алчно на неї, даже не видя глаз, видя, що він алчний. Понимаєш? І як вона грає, як вона грає, смотри, вона... Томас, ты какаешь? Зайчик, давай покакай. Мы вообще-то мы не собранный чемодан. Собери мне чемодан. Будь не человек. Дело не в чемодане. 9 часов. Нам через 2 часа надо быть на вокзале. Я еще ключи не отдал. Забавить. Ты точно посмотрела, сколько поезд? Поезд в 11:40. Так это ты не перепутал из Киева, нет, в Днепр? Будь добр, пожалуйста. Такого поезда нема. Есть. Есть в 10:40. В 11 чем-то поезд. Ну проверь. Куда ты шоколадки тянешь? А може бути, що я перепутав. А от дивись тепер бігом. Угу. Да, тому що обратно може бути 11. От обратно, да, 11, около 12 уходить поїзд. Угу. Ага, то ти зробиш зараз. Ти ще швидше собирайся, бо тоді нам треба через півтора часа бути на вокзалі.
Это вот, это импрессионизм, это видно, что игривые глаза, как она вот, ну видно, вот такое яркое пятно, глаза прям, ну неужели вы не видите, как она выгнулась, как у нее приподнята вот та ножка, она так, она кокетничает стоит, а он алчно дивится на ней. 23:48. Сегодня? Да. Вот, 23:48, ну, прекрасно, значит, я смотрел в билете. Днепр, Киев, 23:48. Указали, знаете. А вот эта картина тебе как? Правильно смотрел. 23:48. Коля. Днепр, Киев. А вот эта картина как тебе? Другого нет, тут час идет. Вот та картина как? То, что Мила подарила. Как картина вот тебе? Вот это мне очень нравится. Вот это я... Пиши, хочешь. Я смотрю трезво на материал, качество, все. По этой картине я не ценитель, в мене нема там супер-пупер якогось образования по цим картинам. Прекрасно. У мене якого нема образования по цим картинам. Прекрасна, красива рамка. Красиво сделана, глянь. Це є за що деньги дать. Она, видно, що вона потрескана немножко. Это не проблема. Это, очень это не потрескана, это так собираются картины, вот такими пазлами. Може, не знаю, ну... Факт остается фактом. Красивейшая рамка. От картина красива. Не трогай руками. Не оце ляпанина срали мазан. Это импрессионизм. Красива картина. Красное ценное дерево. От дерева. Оце я понимаю. От за це я бы дав и 200 евро. Честно. Красива картина. Маленькая, аккуратно. Смотри как. А це срали мазали называется картина. Честно. Це називається тінь, яка смотрить в зеркало. Чесно. А глянь, які ігриві глаза. Ти не бачиш, як вона вигнула фігуру? Як у неї ножка приподнят каблучок? Посмотри. Ну, пожалуйста, на каблучок посмотри. На каблучок посмотри. Смотри, як вона вигнула каблучок. Як вона глаза блістять. Як талія вигнута. Это... Та нахера мені її здат? І напиши отут 100 євро, і хай люди посміються. І знак вопроса. Це взагалі, як це можна розвести чоловіка за 100 євро? Ти що, такий дурачок, що тобі покажуть картину, скажуть, 1000 євро написав Мікеланджело, ти купиш? Тут навіть підписи нема на картині. Глянь, як вона, от, посмотри, як вона вже шуршить. Як шуршиться? Що, не бачиш, скільки грязі на ній? Волосся отут, подивись з картині. Вона як грязна отут, да? Це із-за того, що картина така, її рисують спочатку, висихає, потім покриває спеціальним лаком, типу отакого, але це теж не он лак, це краски, це не лак. Для того, щоб сюди вже не бралась, а от глянь, скільки тут грязини. Коротше, давайте виріжеш половину моїх слов, тому що я орав дуже сильно, ну це взагалі бред сумасшедший. 100 євро. Чого вирізати не буду? Ужас! Ти Юлі казати, скільки це стоїть? Я ще Юлі позвоню, скажу, який ти дурний. Боже! Казав, одна сидить, одна стоїть на проститутку, на... яка сидить. Кажуть, на маму сказав проститутка. Чому мама проститутка? Я думаю, вона буде такої рамки. Тікай! От покакав. Я думаю, що покакав. О! Молодець! Хорошим покакав. Умничка. Все. Так. Если ты собираешь диван, понимаешь, он может остаться в диване. И ты можешь его придавить. Поэтому я разберу. Все, постельное вот там. Стелишь себе, спишь. Проснулась, хочешь, сложи просто его. Хочешь, не скручивай. Хочешь, не скручивай. Хавин расстеленный лежит. Корм его вот здесь. Я тебе сейчас покажу. Деньги я тебе сейчас иду сниму. Закривать на один замок, да? Деньги я тебе сниму. Хорошо. Чтоб тебе было на еду. Так а где ж ты снимешь? Уже скоро ехать. В банкомате. Вот а его корм. Рядом, да? Вот его корм. Ага, о, хорошо. Вот есть. Это начато. Доставай. Я его. Даешь вот так немножечко. Сейчас тебе покажу. Покажи, сколько. Возьму в руку. И разве 5 ты кормишь? Бачу, не знаю, погляну. Ну, раз 5, да. Да. Я его сейчас покормлю, он просто покакав нормально. А потом утром мне, да? Вот, дивись. Видишь? Вот так. Вот так вот, вот, ага. Пригоршню. Хорошо, хорошо. Вот. А ну, дай мою вот. Ручку, дай. Вот, ага. Вот так, немножко. Не важить нічого, да. А виси в тебе десь. Не надо виси, виси там сверху лежать, вон, да, а не, да, не, да, не, да, не, да, тобі не надо. Ложи його туди в тарілочку. Да. Тарілочку утром мить. Обязательно. Мить тільки не моющим. Хорошо. Нічим, я просто там, водой горячей. Этой потом горячей, хорошо, хоч кипятком пройшло, то же саме тут. Вода є? От вода, взяла стакан. Ага. Поставила туда стакан, все. Налила, щоб воно не розбризгалось, хай воно стече, виливай йому в чисту мисочку, угу. Водичку. Водичку, ну раз, якщо два рази поміняєш, то хорошо, ну раз в день обов'язково. Ну я утром вот. Буду давати водичку міняти. Вот, ця прищепка є, закривається, угу. Корм, щоб не виветрювався, щоб воно не те саме, застігнула, отак от. Ага. Все, і поставила сюди, ага. От там от следующая, ця закінчиться, да. От там следующая, любу достатньо, це чаї, все таке. Ото. Цвета, і цвета прийде. Приходь.
приходьте тут сидіть. Стиралку не трош. Стирати мені нічого не треба. Посуду тільки помиєш, все, більше нічого не треба. Якщо хочеш, готов. Тут акуратно, там є спічки внутрі. Я буду вдома, синок. Дома. Лягаєш спати, включаєш сигналізацію. Я тобі пока. Там одна кнопка включити, одна виключити. Оно пікне. И потом пикне, как снимаешь, два раза пикне. Если вдруг сработает сигнализация, то есть нельзя будет открывать ни окна, ни двери, когда ты включаешь на ночь. Ты можешь ходить по квартире, все, но не открывать входные двери. Я вообще двери. Трогать не буду, ни окна, ни балкон. Все, зашла, уже как спать, включаешь, нажимаешь кнопку, хорошо. Чтобы ты была под сигнализацией. Хочет ходить сюда в туалет спокойно. Вот да, ему да. Подстилка новая. Да, да, да. Барс называется, вот этом, да. Вот там подстилку меняю, а все это самое. А то что, коробочки, чи нет? Там, нет, там порошки, там а, все ну такое. Все, ничего не надо, шампунь. Все. Не на хочете ось. Тут мийтесь, заходьте, ти я знаєш, як митися. Да. Вот, ну, щоб... Я привикла все. Все це ти приходьте сюди, грайте в карти. Хорошо. Общайтесь тут, да. Щоб він один не сидів. Не треба так робити. Щоб... Оці і ті, що на мені. Так, оці. Все, отлично, в этих я їду. Это сигарети водка моя. Сигарети водка, я зараз дам это. Подожди, мам, чекай. Я зараз дам тобі от эти, Коля. Коль, оце заверни. Ось папиришки це Міла давала. Оце. Це хороше, як з водичкою. Ага. Ну заверни бутилки, пожалуйста. Я не можу це зробити. Розкритикував Коля картину, сказав, що гамно. Оце, яка? Що... Оце? Да. Шо-шо? Шо-шо? Я ж тобі сказала, ти думаєш, мати не понімає. Ну, треба та лисиця, що лучше. Та ладно, почепиш у коридор. Нічого страшного. Привіз, заплатив. Так, мої тепер, подарки. Ти ж ніколи ні з ким не совітуєшся. Тобі хоча б ті, хто понімає по картинах, хоча б їх спрашував. Може це з собою взяти ручну плать, золото, мало ли. А тоді це не нравиться, це отдам, це викину, таке чорті що. Чи на мусорі деньги валяються, я не знаю. Коля, дивись на ту картину. Це мантик подарив. Бачиш, отвалилось, от це гіпсове. Подбивались, но они у меня остались. Их можно, в принципе, отреставрировать. Другую картину такая вот большая. Красиво. Это тебе мантик подарил икону, купил на старинном рынке. Угу. Иисус Христос. Спасибо огромное. Она то ли горела, то ли что. Понятно. Ну, да. Сгоревший, да, или что? Сгоревший брусок. Спасибо, спасибо. Вот такая картина. Це моя ручна кладь, а це моя обична кладь. А подарки ти мамі не засунув? А мої подарки, що я дарю? Золото куди ти засунув? В чемодан? Можна було в ручну кладь? А дезодорант таке? Що попало? Так, надо мне взять духи мои. Так, возьму такие духи и такой дезодорантик маленький. И духи такие вот. Так, зарядка, Коля, это твоя айфоновская, забирай. А я свои сюда все кладу зарядки. Мама, где 50 евро, ты казала? Чего ты молчал? Я ходила, не взяла. А чем ты думала? Ну, я сейчас принесу. Иди неси. Хорошо. Сам не ходи, иди с Колей, страшно вечером. Это вы тут в автомате, да, собой? Шоколад? Ой, мама, пожалуйста, не надо мне притягивать своим страхом негатив. Страшный. Мама, ты куда? Куда ты же направился? Что тебе сказал сюда? Так, зарядки положу в карманчики. Вот все, ребята, чемодан собран. Сумка моя собрана. Ручная кладь. Сидит зайчик мой. На диванчике не скучай, котенька. Бережи себя, я вернусь обязательно. Убрал в квартире все лишнее. Клавиатура, телевизор, пульт. Объясню маме, как с рыбками обращаться, когда свет включать. Тут все сложил, игрушки положил сюда, это сюда. Все, тут все чистенько. Сейчас разберу маме постель, чтобы она ее не собирала. Пусть будет разобрано, чтобы она кота не придавила. Вот это уже, когда мы долетим, они уже все светятся. Выкинут пустые коробки, это уже не важно. То есть все разобрал, максимально все убрал.
Вот, ну только остается грязная посуда в раковине. Вот это надо вылить, чтобы кот не пил. Вот это потом по приезду мама помыет. Это котячьи таблетки, показал, где корм, все. Ветеринар сказал номер, если что, чтобы вызвали врача, если вдруг что на дом, прямо если проблема, знаете, так убрать стакан, чтобы он не разбил. Все ж надо, знаете, предусмотреть, потому что кот это такое животное, что зайчик мой хороший, мой любимый, ты мой самый, да. Не скучай, котенька, я уеду. Я уезжаю, зайчик, я тебя люблю. Спасибо тебе, если что, за все. Ты мне скрасил жизнь. А он корм нашел в банке. Это мне Коля принес, но я Барсику давал. Барсик сейчас кочевряжется. Ты ему подушечку постелил. Сказал мамке вікно открывать, чтобы не дивился днем. Зайчик мой любимый. Мой хороший. Пришел до меня, вроде понимаю, что я еду. Да, мой сладкий. Мій любимий. Зайчик мій. Мій любимий. Мій любимий зайчик. Понимаєш, що я уїжджаю, да? Та він їв тільки що. Все, одіваюсь, ребятки. Наш голос садиться від нервів. Томасу постелил такой пьедестал, чтобы он тут спал, там подушка и мягкая. Это маме сейчас разберу диван, чтобы она спала уже на диване, чтобы она его не собирала, он просто спала на диване. Расстелю, застелю, положу одеяло, подушки, все. Уже через 20 минут выхожу. Все, ребятки, постелил постель. Так, гардеробную закрываю. Зайчик. Не плачь, зайчик. Не плачь, все будет хорошо, зайка. Все будет хорошо, не волнуйся, зайчик. Не волнуйся, все будет хорошо. Фу, скрип такой ужасный. Ты не самый любимый. Самый хороший, все, пока. Пока. Возьму иконку такого Савелия. С собой такой как амулет сделанный.